эксклюзивно у фан-клубе. Позитив с праскою. Время и стекло про побутові моменти гастролей. Кто автор космічних образів солістки гурту «Пур-пур»? Та чи наважаться музиканти гурту «Ласкавые уси» змінити назву колективу? Про це і не тільки дізнайтеся в нашій програмі. Це фан-клуб, з вами Юлія Дунаєвська, і ми розпочинаємо. Гурт «Время и стекло» про власну творчість. Мы странная просто группа такая. Мы делаем просто. У нас название такое странное — «Время и стекло». Ната Смирина про власні космічні образи. Мне надоело, естественно. Чому гурт «Ласкавые усы» планує змінити назву? Первый раз бы ты услышал название «Ласкавые усы», что бы ты подумала? Лише найцікавіше. Краща поп-група за версією Всеукраїнської премії «Юна-2016». Улюбленці публіки гурт «Время і стекло» в рамках туру «Ім'я-505» виступили і в Сумах. Як сумчани зустрічали гостей і що нам вдалося у них розпитати – дізнайтеся за мить. А може би забудемся і збіжим? У нас одна любовь и одна только жизнь. А может быть, забудем все и сбежим навсегда. Забуду имя любимое мое, твое имя, имя любимое мое и непобедимая любовь моя. Над 77 мільйонів переглядів. Таку кількість має передостання екранізована пісня гурту «Время і стекло». Не лише на Ютубі, а й на концертах збирають аншлаги, шалено популярні. Юні та яскраві Олексій Завгородній та Надія Дорофеєва виступили і в нашому місті. Я бачу, що у вас просто підготовка до концерту повним ходом. Да, это правда. Видите, мы вот гладимся параллельно с вами вместе, давая интервью. И расчесываемся. Дело в том, что не успеваем, потому что мы очень сегодня долго ехали из-за дорог, которые просто невыносимы, очень сложно было. Но тем не менее, мы, слава богу, приехали. Не успеваем вот нормальным образом дать интервью, поэтому все в процессе. Да. Олексій, ви самі собі прасуєте одяг? Ви знаєте, я це дуже сильно люблю, і мені здається, що це такий навіть ритуал, ну, такий у мене відбувається в кожному виступленні. Це неправда? Обманывает, как нет. На самом деле, Леша мечтает, чтобы я у нас был в коллективе человек, который будет гладить за него. И он все время пытается каким-то хитрым образом заменить нашего директора, чтобы он гладил за него. На самом деле, я реально злюсь очень сильно, когда это делаю, потому что у меня очень такая-то сложная ткань, и она очень сложно гладится. Я ненавижу ее и эту кофту, и этот костюм вообще. Да. У нас любой человек в коллективе может помочь друг другу, и мы точно так же можем взять вещи кого-то из балета, например, им погладить, если кто-то что-то экстренно не успевает. Поэтому у нас... Давайте вещи свои сюда. Как у вас и дружно, это весело. Расскажите, как взагалі проходит тур? Какие впечатления у вас? Тур проходит невероятно круто. У нас 25 городов. Сегодня даже еще не серединка. И мы уже так... Мы почти на полпути. Ну, почти на полпути, но еще как бы нет. Вот. И тур проходит действительно классно. У нас аншлаги. Мы по этому поводу очень радуемся, счастливы. И надеемся, что сегодня Суми тоже придут к нам на концерт. Сумська публіка виправдала очікування артистів. Гаряче зустріла своїх улюбленців, які, до слова, вперше давали сольний концерт в нашому місті. Каждый раз что-то происходит. У нас три переодевания. И чаще всего бывает такое, что мы не успеваем переодеваться. И что это не робите? Ну, просто я выхожу уже на сцену и доодеваюсь уже, доодеваю штаны. Без обуви недавно ты выходил. Недавно выходил без обуви, потому что не успел кроссовки одеть. Поэтому да, бывают такие случаи. Но это все равно классно. Мы открыты перед публикой полностью, поэтому нам, ну, у нас прямой контакт, поэтому нам приятно. И им, я думаю, тоже приятно. Остро называется 505. Ваше видео набрало без жодного перебільшення дуже велику кількість переглядів. 5 миллионов, по-моему.
боюсь навіть знати цю цифру. Конечно, вона просто зростає. Кожен раз я боялася назвати її неправильно. Що таке це питання? Ви бачили, можливо, пародію на це відео? Ім'я любимою моє, твоє імено. Ім'я любимою моє, і несокрушимая. Вера моя, вера у бабло. Имя любимое мое, мое отец Павло. Безусловно, мы их просматриваем, их очень много. Мне кажется, вообще на эту песню больше всего сделано пародии. И они нас безумно радуют, мы над ними смеемся, мы их выкладываем в своих соцсетях, мы делимся этим. И вот, например, моя любимая, она такая, ну как любимая, например, нам прислали, что парни ехали в машине и снимали себя и пели там имя любимое мое и попали в аварию. И мы таким образом выложили, чтобы ребята за рулем. Этим нельзя заниматься. Как выяснилось потом, это фейковое, да, видео, просто, что, да, ребята, действительно, все с ними в порядке, все, никто попал, не попал в аварию. Это просто за них смонтировал. Да, смонтировали так видео. Но, тем не менее, все равно вот такие видосы, они очень прикольные. Есть еще, как акапелла поет нашу песню. Ну, мне нравится очень «Вы имя любимое мое». Имя любимое мое, светоотключение, вечернее, як же вид шукать, вы имя любимое мое. Один из самых ярких каверов на эту песню произошел на премии М1, где нашу песню исполнил военный хор, оперная певица вместе с пианистом. Детский хор. Детский хор, где танцевали грузины, балерины. В общем, все евреи, в общем, все возможные народности, да, все возможные стили танцев и исполнения песни вот были. И даже в церкви спели эту песню. То ну, есть, ничего, вот это просто нереально, это что-то... Это шалена популярность, да, насправді. Да. Я думаю, что это все песни просто. Песни, которые всем нравятся больше даже, чем... А вам бы она подобается? Мы ее ненавидим. Ну, как сказать? Так хотели бы услышать от нас ответ, но на самом деле, как мы можем не любить песню, которая стала какой-то переломной в карьере группы «Время и стекло». Благодаря, мне кажется, этому треку сейчас мы находимся в очень успешном всеукраинском туре, мы гордимся этой песней. Ну, например, моя любимая все-таки песня 404. Или еще не написана. Да, мне кажется, что мы сейчас как раз готовим новый альбом. И я думаю, что там будет очень много интересных песен. Уже без цифр, без букв, я надеюсь. Ну, без цифр, в смысле. Не без букв. Да, у вас дуже в багатьох назвах цифри є. Що це за така, не знаю, любов до цифр? Ну, ми странна просто група така. Ми діли, у нас название таке странне, «Время і стекло». Пісня «Кафель», ім'я 505. Це наша фішка, в общем. Таке запитання до вас, Надію, до вас, Олексій. Як ви поєднуєте сімейне життя з таким щільним графіком концертним? А ніяк, да? В останнє время дуже складно, да. Тим більше, наприклад, позитиву полегче у нього Аня в Києві. А Вова у меня сейчас снимается в программе про еду и путешествует по всему миру, и у нас графики абсолютно не совпадают. Я уехала 15-го, он прилетел 15-го, мы не увиделись. До этого не виделись там 2 недели. До этого мы месяц не виделись, потому что тур был там, съемки у них были там в Мексике далеко-далеко, и отъезды там на 3 недели, на месяц, поэтому сложно. Самое главное — это понимание. Они нас понимают и сейчас знают, насколько мы болеем этим туром, насколько мы переживаем, поэтому это любовь. Що? В первую очередь, да, я вижу. О, якщо ви ще не допрацювали, можу ще одне запитання поставити, який воно стосується от вас таких класних, веселих. Поділіться, будь ласка, своїм секретом гарного настрою. Да, это, наверное, просто компания веселая. Все-таки окружающие люди, которые окружают нас. И я думаю, что это музыка, это просто общение, правильное общение такое. Да. Да, действительно, собрались правильные люди в нашей команде. И вообще каждый член нашей команды, в принципе, сам по себе очень веселый человек. Вот правда, каждый. И смешной персонаж. И смешной персонаж, да. И мы друг друга подкалываем с утра до вечера. И, например, даже если мы не спали 2-3 часа, мы садимся в автобус, и начинается просто истерический смех, какие-то подколы, и это вот один из самых лучших моментов в туре. Let's go! 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 Let's go
«Реванш». Гурт «Пурпур» з другої спроби підкорив сумську публіку. Про перший гастрольний досвід в нашому місті в далекому 2008-му Ната Сміріна розповіла фан-клубу. А також поділилася власними секретами гарного настрою і сценічних образів. Вам теж пропонуємо ближче познайомитися з харківським гуртом, який став справжнім відкриттям на нацвідборі «Євробачення-2016». Починається тур. Скажіть, будь ласка, які у вас сподівання стосовно цього гастрольного туру? Ну, хочеться вірити, що більше кількість людей тепер нас знає, і більше людей прийде на концерти. Собственно, єдине сподівання, яке у нас є. Сподівалося, у нас був концерт, то ли в 2010-му, ну, дуже давно, вот, в клубі «Ель Дорадо» у вас був такий. Ну, насколько я помню, что это было очень какой-то такой сумбурный и странный концерт. Ну, я могу, конечно, путать, но вообще-то запомнился мне неплохо. Был гололед жуткий, и я помню, как мы на какую-то горочку должны были заехать, но в итоге на машине не смогли заехать, и ушли пешком, там падали, все, в общем, скользили, потому что подъем достаточно сильный был. Ну, сумы запомнились. Серед гостей на концерті зустріли і музиканта з гурту, який минулого разу був на розігріві в «Пурпур». Які у вас були враження від попереднього концерту «Пурпур» в Сумах? В общем, это был более акустический концерт, я так понимаю, из того, что я помню, было очень давно уже. Очень понравилась, очень приятная, милая, мягкая музыка, и интересно будет посмотреть то, что сейчас. Я так понимаю, что они изменили свой подход, свой стиль немножечко, и будет круто сейчас посмотреть, насладиться вечером. Ви минулого разу виступали у них на розігріві. Як так вийшло і які у вас були враження від такої, ну, від того, що ви ділили разом з ними одну сцену? Ну, дело в том, что я так понимаю, что ребята тогда были не такими известными, как сейчас, и наша музыка была абсолютно импровизационной и, мягко говоря, непрофессиональной на тот момент, поэтому это было так случайно, давно и неправда. Я предпочитаю это так вспоминать. Таке запитання, у вас завжди дуже оригінальні, навіть трішки епатажні образи, зараз ви теж прекрасно виглядаєте. У мене таке запитання, хто вам з цим допомагає, чи це, можливо, ваші ідеї, як це все відбувається? Мої ідеї, сама сижу, роблю. Тобто ви сьогодні теж макіяж і зачіска, це ви самі зробили? Я сама. Серйозно? Скільки ви часу витрачаєте на це? Час-півтора. Ну, иногда дольше, если не получается что-то, или я там что-то себе задумала, еще раньше не пробовав этого, да, и, ну, да, может, могу сидеть там, и оно получится не так, как я ожидала, и приходится переделывать, тогда дольше. А звідки ці ідеї? Чи це ви просто вигадуєте? І що ви хочете цим сказати? Ну, во-первых, хочется, чтобы люди не потеряли вот этого вот... ощущение чего-то волшебного от нас, и если раньше это ассоциировалось с камерностью, сказочностью, мишками, в общем, чем-то сладкой ватой и всем таким, то сейчас мне очень хочется вот поддержать эту возникшую ассоциацию с космосом. На Евровидении все увидели, да, меня более космической, и я очень рада, что я долго искала, в какую же сторону можно развернуть эту сказочность, чтобы уйти от детской комнаты, скажем так, потому что именно туда меня все время умы и фантазии людей запихивали. А сейчас, вот почему-то мне, я не знаю, почему не приходила идея фантастичности, но сейчас вот именно с фантастикой нас ассоциируют. Я хочу, чтобы не ушло это никуда. Ну и плюс мне надоело, естественно, то есть... Я, ну, много лет достаточно ни с чем не экспериментировала со своим внешним видом, потому что я считала, что не надо отвлекать людей от музыки. А сейчас я понимаю, что образом можно поддержать
внимание и, собственно, направить именно к музиці своїм образом. Ви згадали про участь у конкурсі Євробачення. До речі, про Євробачення. Цього року нацвідбір на цей пісенний конкурс був більше схожий на лайнап музичного фестивалю. Сильні конкурсанти і багато приємних відкриттів. Серед таких і гурт «Пурпур». Я вважаю, що це просто потрясающе і просто блестяще совершенно. От просто блестяще. Просто так подали заявку, я дословно сказала, ну, пускай послушают. То есть я не ожидала, что нас отберут куда-то. И я была уверена, что на Евровидении не выбирают, а, ну, как бы нету вот такого конкурса прямо, да, что на Евровидении назначают. То есть я думала, что мы подаем заявку, они там отслушивают, и никакого голосования не будет. Просто потом в какой-то момент скажут, на Евровидение поедет вот этот вот. А оказалось, что это конкурс. Прям вообще конкурс-конкурс с голосованием, со всеми делами. Ну, очень приятно. Очень интересный опыт, правда. Ну, я могу сказать, что тут не было конкуренции за, ну, среди друзей музыкантов, да, среди музыкантов определенного формата, скажем так, не было конкуренции, мы очень поддерживали друг друга, и было приятно. Ну, я очень рада за Джамалу, например, потому что... Ну, а на этого достойно, это мое личное мнение. Сьогодні ж після конкурсних експериментів на талант-шоу та Євробаченні Ната разом з музикантами відправилася в тур. Він, як уже зазначали, стартував з Сум. На концерті «Пурпур» зі сцени лунали не лише пісні. Ната порадувала присутніх авторською поезією. Погрузившись в сон нежності далекої, он в мене влюблен на розпашку окна. Ночь на огне медленно томится, в мягкой голове лица, лица, лица. Облакам дышать, мне рыдать и плакать, в душах без ножа высекать утраты. Ната, скажите, пожалуйста, про что вы мрієте? Про стадион. Я хочу когда-нибудь выступить на стадионе. Правда, это моя мечта. Уси отвічаю та панкота. Про власні відеопроекти колективу «Ласкавої уси» поговорили з фронтменом колективу. А також дізналися, чи наважилися вони все ж таки на зміну назви. Про це за мить у фан-клубі. Гурт «Ласкавої уси» добре знайомий запеклим фестивальникам «Східроку». Цьогоріч на цьому фестивалі виступали вдруге, ну а до Сум приїхали з дебютом. Что нового відбулося? Расскажи анонсы с перших уст. Ну да, на самом деле многое происходило в нашей жизни с, получается, с фестиваля Skid Rock, с последнего, когда мы виделись. Мы уже откатали это, мы сейчас катаем второй тур, получается. У нас первый был из 10 городов, этот вроде как из 15 или 13. Получается, мы еще заскакиваем немножко в Белоруссию. Это, получается, Украина у нас еще вот на следующих выходных два концерта, и потом в Гомеле и в Минске два концерта. Также мы в течение года работали над нашим новым альбомом, который мы очень с трудом, мы его планировали выпустить вообще в феврале еще, но уже как бы апрель, и мы почему-то еще его не выпустили. Ну, в общем, туго пошло все как бы, но уже готовых 6 песен, весь материал из 13, весь другой материал уже как бы накоплен, осталось сделать какие-то минимальные там по вокалу записи, ну, в общем, очень минимум. И альбом будет уже в течение, надеемся, двух ближайших месяцев уже будет готов. Называться он будет «Все окей». Это будет очень крутой альбом в стиле поп-панк. Ну, в общем, все прокайфуют. Я думаю, кто послушает этот альбом, будет круто. Вашій групі я наштовхнулася на опитування з приводу назви колективу. А, було діло. Це правда, що ви хотіли її змінювати, чи чому? Ми вирішили зробити такий небольшой експеримент, тому що іноді ми просто приходимо к виводу, що ми вже давно не граємо то, що названня, оно олицетворяло некий такий неадекватний, що то, що ми робили поначалу нашого. Но з розвитком нашої групи ми почали робити вже нечто інше, і названня немножко не відповідає начинки. И поэтому мы просто думали, но в конечном счете по голосованию
мы поняли, что, ну, в общем, никому, в принципе, не влияет главная музыка, то есть какую музыку делаем. Но по-прежнему все равно мы задумываемся над тем, что, как бы, может быть, что-то поменять в названии. Но оно отпугивает, ну, просто ты говоришь «Ласковые усы», например, и человек, как бы, не воспринимает это так, ну, как сказать. Ну, в общем, вот первый раз бы ты услышал название «Ласковые усы», что бы ты подумала? Ну, особисто я, коли перше почула, я таки подумала, що там от обов'язково мають бути вуса в усіх музикантів. Ну, а помімо от, з названням «Ласка вуса», це взагалі нормально? Ну, цікава назва. Ну, от, так, да, я також, теж, це вже мнення, цікава, дуже назва. Як планують називатися в майбутньому, не зізналися. Секрет, зате охоче розповіли про власні відеопроекти. У вас є кілька відеопроєктів. Здорово! Это второй выпуск третьего сезона «Усы отвечают». «Усы отвечают» и «Панкота». Здорово! Я Славик из группы «Ласковые усы», и ты смотришь второй выпуск передачи «Зе Панкота». Та расскажи, будь ласка, чому ви вирішили, ну, вести це такі своєрідні ваші відеоблоги, чи що? Ну, це як виникла така ідея? Да, это типа вот как модно сейчас видеоблогинг, но это не потому, что там течение моды, но просто группа должна выдавать постоянно какой-то интересный контент, что-то делать, и, ну, чтобы как-то людям донести свою идею, потому что в такое время уже слишком большой поток информации, если ты вообще ничего делать не будешь, ты тупо затеряешься на фоне всех групп, которые что-то делают. Році виступали на Східроці, здається, вдруге, так, правильно? І от теж така інформація про те, що ви одна з тих груп, яких можна проголосувати за участь, яких в цьому фестивалі. Ви там написали, що Східрок – ваш улюблений фестиваль в пості. Ну, це правда? Це правда. Це не тому, що ми там хочемо попасти на Східрок. Просто ми виступали на багатьох фестивалях, і це реальність. Тобто, будь-який музикант скаже, що на Східрокі все чітенько. Тебе, ну, доставили в, там, в місце назначення, все розписано. Тобто, дуже, як це слово таке... Ну, как оно называется, это слово, когда все организовывают... Все ок. Да, все ок. Это у нас все ок. Это у нас так альбом будет называться. Ну, короче, все организовано очень круто. И то есть нет никаких пробелов, и все вовремя начинается. И все накормленные, все выспанные, все, ну, в общем, все ништяк. То есть на других некоторых фестивалях не... Логистика, я вспомнил. Логистика не так, как бы, сформирована четко. Но, как бы, я не хочу кидать камень ни в какой грот, просто я констатирую факт. То есть прикольный фестиваль «Скидрок», крутой по организации вообще, ну, крутой. Креативні екранізації та відеоанонси, якими прем'єрами побавили своїх фанів вітчизняні виконавці. Не пропустити найцікавіше вам допоможе наша традиційна рубрика «Кліп Ньюз». Тож в якості десерту – добірка відеопрем'єр. Гурт «Онука» екранізував титульну композицію зі свого міні-альбому «Відлік». Режисером відео виступила Анна Бурячкова. За словами учасників колективу, екранізація саме цієї пісні із одноіменного міні-альбому є певним естетичним маніфестом. Сайт-проект фронтмена Тартака представив екранізацію абсолютно нової пісні «Закохані». Сама композиція стала саундтреком до кінострічки «Жива», режисером якої є Тарас Химич. Цікаво, що сам відеоролик «Закохані» було оприлюднено у день другої річниці «Був є». Рвалися, і знову кров точилася, і зрадила. Найпопулярніший вітчизняний рок-колектив гурт «Океан Ельзі» оприлюднив чергову відеороботу. Зйомки відео, окрім кадрів із музикантами, проходили у Грузії. Нагадаємо, робота над 9-м студійником гурту розпочалася на початку минулого літа. Наразі музиканти вже презентували 3 сингли з нього. «Не твоя війна», «Життя починається знов» та «Мить». Усі вони були екранізовані. Чекати в Сумах з концертами найближчим часом? Ми знаємо і з задоволенням ділимося з вами найцікавішими анонсами. На яких концертах зустрінемось – визначайтесь!
Неперевершений голос та південна пристрасть. Учасник талант-шоу «Голос країни» Мебо Нуцубідзе вирушає в тур Україною. Почути його музичні історії можна буде і в Сумах уже 29 квітня. Арт-кафе «Гвоздь» 19:00. Не пропустіть! Урбаністан – це не рок-група та не реп-група, це музична буфонада, наповнена шаленою енергією, соціальним сарказмом, змішанням різних стилів музики і драйвом. Зустрічайте в Сумах 30 квітня о 19:30. Сумдеу. Прекрасні, сміливі, епатажні дівочі тріо «Пані Валькова» знову в Сумах. Цього разу з презентацією дебютної платівки «Дон Творі». 19 травня, 20:00. Сумдеу. Романтика від рокера. Соліст гурту «Оторвальд» знову в Сумах. Цього разу з акустичною програмою. Не пропустіть. Нічний клуб «Асторія» 14 травня, 19:00. До найспекотнішої фестивальної події Сумщини лишились лічені дні. «Східрок 2016» відбудеться 27-28 серпня. Кого готова приймати в якості хедлайнерів фестивальна столиця Слобожанщини? Дізнавайтеся з анонсів. Та не прогавте можливість насолодитися яскравими виступами та насититися незабутніми емоціями. Це всі музичні новини, про які ми вам встигли розповісти. Залишайтеся з фан-клубом та будьте в ритмі головних музичних подій міста Суми. Слідкуйте за оновленнями нашої спільноти в соцмережі ВКонтакті, адресу якої ви зараз бачите на екрані. Та беріть участь у розіграшах квитків на найкрутіші концерти нашого міста. Я, Юлія Дунаєвська, прощаюся з вами. Побачимося на телеканалі UA Суми.